Театр кукол страны восходящего солнца на новосибирской сцене. В репертуаре не только японские народные сказки, но и русские. Гастроли двух театров из Саппоро пройдут в городе на этой неделе. Билетов в продаже уже нет. Что увидят зрители, узнала Екатерина Макаркина. Величественный японский танец с поклонами и характерными притопами ногами в исполнении кукол. На каждого персонажа по три кукловода. Эта система зародилась в Японии и распространилась по всему миру. С гастролями в город прибыли два театра из Саппоро, города-побратима Новосибирска. С ними наш театр кукол связывает давняя дружба, свои спектакли новосибирцы уже возили в Японию. Конечно, наша давняя мечта была сделать вот ответные, чтобы люди приехали к нам. И она свершилась, конечно, велись многочисленные переговоры, и сейчас ведется такая плодотворная работа. Буквально вчера целый день мы работали, чтобы как поставить спектакли, как выставить. Времени не так много. Новосибирские зрители увидят два спектакля. Традиционную японскую историю «Сакура у реки Хидака» и новый взгляд на исконно русское. Сказка «Маша и три медведя» в версии кукольников из Саппоро переплетается с народной японской про арбузного вора. Почему-то русские сказки очень интересны для наших маленьких зрителей. И очень часто в Японии делают представления по сказке про Машу и трех медведей. После спектакля артисты из Саппоро проведут мастер-класс по изготовлению и управлению традиционной японской куклой. В роли кукловода себя может попробовать любой зритель. Самое главное – это глаза, движение глаз. Гастроли японских театров приурочены к грядущему международному фестивалю. Он пройдет в Новосибирске в мае 2019 года. Тогда можно будет увидеть, как по-разному подходит к театру кукол во всем мире. Традиционный японский театр кукол новосибирских зрителей так заинтересовал, что организаторам пришлось вносить дополнительный показ одного из спектаклей. Но и на него билеты раскупили задолго до. Екатерина Макаркина, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!